Вот, друзья, я поймал кошкой наш перемет. И сейчас мы с вами пойдем проверять. Первый карасик, вот видите, он живой. Так, второй тоже живой. Пока ничего не чувствую, друзья. Не всегда же везет. Ха-ха, что говорить. Это рыбалка, друзья. Везет вчера и завтра. Так, слушайте, ребят. Что-то есть. Что-то есть. Слушайте, это щука. Ты смотри-ка. Вот такая замечательная. За краешек прям. Слушайте. Вот какой зверь нам попался. Вы смотрите, а? Вы гляньте, прям за самый краешек, а? Ну, сейчас я попробую отсоединить, меня ветром сносит. Надо было подготовить пассатижи, круглогубцы. Но я испугался сглазить все это дело, друзья. Сами знаете, достанешь что-нибудь, подсачник. Блин, там еще что-то плещется. У нас не только одна рыбина, друзья. Там еще что-то есть. Так, друзья, индикация. Ну, что-то есть, но рывков не чувствую. Но тяжесть я и чувствую. Тяжесть есть хорошая. Ни рывков, ничего. Кирпич. Похоже на судака. Кирпич. Так, что-то плывет поверху. Крутится. Что это, не пойму. Не пойму, друзья, что это. Ни рывков. Ничего. Так. Пошли, 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 рывочки. Щуренок. Опять мелкий щуренок. Так, ну что, друзья, на грудь? Ранец какой, а?
Да, друзья, у меня сегодня щурята. Обалдеть! Ну и как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. Ну что ж, друзья, мы на Селигере. День прекрасный и вот такой щуренок. Сейчас мы его. Так. Ну чё, хулиганка? Хулиганистый щуренок. Это не хулиганка еще. Поймал, отпустил. Вот такая жизнь. Зарыбляем селигер, друзья. Индикация, друзья. Какие-то небольшие рывочки. Да-да-да, рывки есть. Но что-то не крупное. Сейчас вообще ничего нет. Да, есть. Так, где у меня подсачник-то? Свободно. Свободно. Меня закручивает. Что-то не крупное.
Что-то не крупные, друзья. Так, бьется. Бьется. Щуренок. Ох ты, свечку сделал. Красота какая. Какая красота, друзья. Как села, не знаю. Опа-на, еще свеча. Так, ну что, будем брать на грудь. Щуренок меньше 32. Фрикционно отпустил. Слушайте, ну вот такой замечательный. За верхнюю губу даже соседке не отдать. Маленький. Смотрите, какой маленький. Так, ты мне еще тут это самое. Я хочу тебе... Вот на такой воблер бандит. Весь побитый, друзья, смотрите. Весь побитый. Давай, давай! Ушел. Ну что ж, друзья, вот и закончились два прекрасных дня на Селигере. Начал я с вечера, думаю, выйду на часик, половлю, поймаю, поймал. Но поймал и отпустил. И рано утром, поспав дома, я опять поехал на озеро. Погода, пообещаю, шикарная, так и состоялась. Солнышко, штиль. И была тоже поклевочка, и тоже я поймал и отпустил. А с вами, друзья, как всегда, был Селигер. Я Владимир Миравов и мой канал «Селигерский хуторок». До встречи, друзья, до встречи на Селигере, на моем канале «Селигерский хуторок».
И пусть вам повезет больше, чем мне.